большой привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такой замечательный джемпер, как у меня. Праздничный, новогодний, можно сказать. И его можно носить вот так вот, да. Можно заправить также. Он не совсем облегающий, совсем немножко со свободой облегания. Рукава связаны резиночкой один на один. Такие свободненькие, здесь сужающиеся к низу. Кто хочет связать такой же джемпер, оставайтесь со мной. Сегодня мы с вами свяжем вот такой замечательный джемпер из пряжи Drops Nord темно-серого цвета и плюс ниточка люрекса. Всего ушло на него 5 мотков, практически ровно. И это размер 42-44. Если у вас размер больше, то вам понадобится, конечно же, пересчитывать все это на свои размеры. У меня здесь свобода облегания. По талии это около 10 сантиметров, а по груди это около 5 сантиметров свобода облегания. То есть он такой более облегающий джемпер. Для вязания нам потребуется пряжа Drops Nord. У меня либо любая другая с такими параметрами. Здесь у меня на 50 грамм 170 метров, в составе 45 альпака, 30 полиамид и 25% шерсти. Рекомендованные спицы 3,5 мм. Я использую спицы номер 2,5. А вы можете также по рекомендации использовать номер 3. И также у меня есть в довесок вот такая вот ниточка люрекса. Здесь у нас на 10 грамм 700 метров. Либо можете взять уже готовую ниточку с люрексом. В общем, тут уже решать вам. Итак, мы набираем на круговые спицы номер 2,5. Набираем 168 петель и вяжем резиночкой 2 на 2 4,5-5 сантиметров. Вот. Дальше в следующем ряду, когда мы переходим на лицевую гладь, во-первых, мы делим полотно на две части, это 84 петли, и одну из них мы выделяем для того, чтобы сымитировать шов. Это будет одна петля изнаночная для удобства, в общем, по большей мере для удобства. И этой петельки практически не видно, можно сделать две петли, но вот я сделала одну. Таким образом мы выделили швы, и в первом же ряду мы делаем прибавку по 12 петель с каждой стороны. То есть было 84, стало 96. 96 по переду, 96 по спинке. Чтобы у нас был вот такой вот эффект немножко расширения. Но в любом случае это будет изделие практически без свободы облегания, с небольшой такой по талии, немножко расширяющейся кверху. И весь объем уже будет на рукавах. Вяжем мы 20 сантиметров от низа и делаем первую прибавку. Первая прибавка у нас идет от шва. С одной стороны из протяжки вывязали лицевую, и с другой стороны из протяжки вывязали лицевую. Вяжем дальше еще 10 сантиметров, даже не 10, где-то 7 сантиметров, и делаем еще одну прибавку из протяжек. Так. И дальше 5 сантиметров еще провязав, то есть всего 35 сантиметров получается вверх. Вот 35 сантиметров. И на этом протяжении у нас идет прибавление по петлям. То есть у нас 4 петли с каждой стороны будет прибавлено. Раз, два, три, четыре. То есть у нас было 96, станет 100 петель на каждую сторону. Дальше нам нужно будет сделать уже убавки.
Убавки мы делаем для того, чтобы вывязывать уже пройму. Сначала мы делаем 5 петель, захватывая. Так, это у нас спинка. Сначала перед, да, убавляем. По переду мы захватываем вот эту петельку, провязывая ее 2 вместе, лицевой со следующей. И таким образом 5 петель мы закрываем. Дальше в каждом ряду, в начале ряда, мы закрываем каждый раз по петле. В каждом ряду по одной петле. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот я покажу, как я убавляла. Вот, допустим, мы провязываем прямо, вот начиная с кромочной, берем 2 вместе, провязываем. Так, дальше вяжем, как обычно. И в конце ряда тоже 2 вместе. Только уже в конце ряда мы должны будем перевернуть вот так вот петельки и провязать, чтобы они смотрели у нас правую сторону. Вот, дальше мы переворачиваем на изнаночную сторону, на изнаночную перевернули, допустим, это у нас начало ряда, мы опять-таки провязываем 2 вместе, только уже изнаночной, кромочную и последующую, провязываем до конца и опять-таки 2 вместе. То есть каждый раз в начале ряда мы обязательно провязываем 2 вместе, кромочную и последующую. Таким образом у нас получается очень плавная линия, без каких-то дырочек, без каких-то ненужных вот здесь вот элементов. Когда 2 вместе провязываются, все равно это видно на полотне, пусть даже на таком меланжевом, темном, но все равно. Здесь у нас очень плавная линия получилась. Так, провязываем одну сторону. Так, мы вяжем, давайте мы вяжем сначала перед. Таким образом мы сокращаем, провязывая 11 раз. То есть 11 рядов у нас будет провязано, и 11 петель с каждой стороны у нас будет убавлено. То есть здесь 11, здесь 11. Было у нас 100 петель. Мы сначала убавили по 5 с каждой стороны, потом убавили по 11 с каждой стороны. И у нас получилось так, 90 минус 22, да, 68. Так, 68 петель. Теперь нам нужно будет вязать какое-то время прямо. Вот так вот прямо мы вяжем. И на высоте проймы. Так, сейчас скажу, сколько. На высоте проймы 10. 9. Пусть будет 9. Итак, на высоте проймы. Вот отсюда до вот этой вот части 9 сантиметров я буду сокращать уже горловину, вывязывать посередине 20 петель нужно закрыть. То есть вы провязываете вот отсюда, да, мы вяжем лицевой ряд, вяжем, дальше здесь закрыли 20 петель и начинаем уже вязать только левую часть, вывязывая вот такую округлую горловину. Вывязываем. Дальше переходим уже к этой. То есть сначала эту, потом эту. Итак, вот у меня по переду деревянные спицы, по спинке металлические остались. В общем, провязали мы 20 петель. И у нас остается, так, 68 минус 20, это 48, деленное на 2. По 24 петли, и мы выделяем примерно, и так, здесь у нас 20, здесь 24, здесь 24, и нам нужно, чтобы вот здесь вот осталось, ну давайте 11 петель оставим, 11 петель, потому что у нас будет еще обвязка горловины там. Так что, несмотря на то, что, казалось бы, узенькая будет вот эта здесь бретелька, но она будет все равно увеличена за счет обвязки потом. В общем, нам нужно оставить 11, то есть 13 петель нам нужно сократить. Мы сокращаем также
сначала закрываем по 3 петли. Вот здесь, здесь. Вот на этом образце покажу. Сначала закрываем 3 петли сразу, потом 2 петли. И потом уже там оставшиеся будем закрывать. Первый ряд мы пропустим, потому как здесь у нас и так уже закрытие идет 20 петель средних. Поэтому здесь мы просто провязываем без всяких уже сокращений в этот раз. Дальше переворачиваем на изнаночную сторону. Здесь я отрезала нить и теперь ее соединяю просто узелком, так как начало ряда, поэтому можно просто узелком. Так, и отрезала, чтобы довязать спинку определенное тоже количество сантиметров. Вяжем в обратную сторону. Так. И вот здесь, вот когда уже подходим к концу, провязываем 2 вместе. Также, чтобы сгладить вот эти вот все порожки, чтобы ничего не было. И теперь закрываем вот опять 3 петли. Раз, два, три. Так, видите, как у нас плавненько получается? Так, и вяжем уже до конца. Дальше изнаночный ряд. Довязывая до вот этого вот, до горловины, мы опять-таки 2 вместе провязываем. Так, чтобы не было, чтобы было, в общем, гладко и аккуратно. И здесь сокращаем 2 петли. То есть таким образом мы уже сократили 2, 3, 4, 7 петель. А нам нужно 13. Дальше нужно будет сокращать в каждом ряду, вот как я сейчас показывала, 2 вместе провязываем, так же как и вот здесь на пройме, пока у нас не останется 11 петель на спицах. То есть вот закрыли по изнаночной 2 вместе, перевернули, и опять-таки закрытие идет провязывание 2 петель вместе лицевой. Вот. И так вот, пока не останется 11 петель. Когда у нас остается 11 петель, мы просто вяжем уже вверх на необходимую нам высоту, уже без всяких убавок. А я рекомендую вам замерить свою любимую вещь, которая хорошо на вас сидит, которую вы, вам комфортно в которой, и именно такую длину и связать по пройме. У меня это 18 сантиметров от вот этой точки и до вот этой. Вот так вот, если считать, это где-то 17-18 сантиметров получилось. Вот, при этом достаточно хорошая горловина, широкая, вместительная. Вот. Ну и пройма тоже вместительная, удобная, комфортная. И также переходим, закрываем. Сейчас я закрою это все. Не надо тут оставлять открытые петли. Я все закрою и потом сошьем с вами. И также вяжем правую сторону тоже. Все то же самое. Потом перейдем на спинку. Так, это у нас перед. Вот такой вот вырез довольно-таки глубокий. Так, и я закрыла спинку. Спинку я закрыла на уровне от... Так. От закрытия горловины переда. Скажу. Где-то 3 сантиметра. Здесь закрыла 24 петли посередине. Дальше закрыла 5 петель, так, 3 петли и по одной петле еще несколько раз, пока не останется 11 петель. Дальше провязываем необходимое количество уже и закрываем.
Получается вот такого вот очень удобного размера пройма. Так. И оставляем ниточку подлиннее для сшивания. Сейчас будем сшивать. Переворачиваем на изнаночную сторону. Складываем две части. И сшиваем не за край, а так, чтобы это был более такой фабричный шов. Шов называется назад игла. Вот таким вот образом. То есть каждый раз возвращаетесь иголочкой назад. Вот. То есть кромочные, не кромочные, а те, которые петли закрытия, мы их не трогаем. Да, шов получается немного выпуклым, но зато очень аккуратным с этой стороны. Вот так вот. И довольно-таки быстро закрывается. Все, мы закрепляем ниточку и зашиваем с другой стороны тоже. Пришиваем эти бретельки. Ну что ж, бретельки у меня пришиты. А еще забыла вам показать, что перед тем как закрыть центральную часть, я перекрестила в этот раз петли. Вот эти вот две петельки я перекрестила и закрывать начала уже вот таким образом, чтобы не было дырочки. Надеюсь, понятно объяснила. Вот. Ну, здесь не принципиально, так как будет кетлевка, но все же. Ну что ж, все, основа у нас есть. Теперь нам осталось горловину и рукава. Итак, теперь мы будем обвязывать горловину. Это будет ложная кетлевка. Для этого нам нужно две пары спиц одинакового, либо примерно одинакового размера с длинной леской. Одну спицу мы, точнее не спицу, а леску прикладываем сзади, вот так вот, к горловине. Второй спицы мы будем набирать. Берем нашу пряжу, берем ниточку и вот так вот заводим спицу, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Я провязала по 3 ряда с одной и с другой стороны, просто лицевой гладью, лицевыми петлями. Не делала в этот раз изнаночной по краю, как имитацию кетлевки, просто сделала лицевые. Попробуем так, что получится. И сзади то же самое провязала на вот этих спицах. Теперь мы берем из двух спиц, провязываем вместе, две вместе. Вот так. Одновременно можно не переодевать спицы, можно вот так вот провязывать. И таким вот образом до конца ряда мы соединяем петли с двух спиц на одну. При этом смотрите, чтобы у вас было число петель кратное 4. У меня получилось 120 петель, отлично делится на 4. И перед тем, как заканчивать, я уже посчитала и специально набрала именно нужное количество петель. То есть сейчас мы все эти петли переведем на одну спицу способом провязывания двух вместе, а потом мы будем вязать вверх резиночкой 2 на 2. На необходимую высоту. Но я думаю, что будет поменьше, чем вот здесь. Вот немножко поменьше. Итак, мы переходим к рукаву. Вот наша пройма. Так, этот рукав у меня уже связан. Вот так вот он выглядит. Связан резиночкой 1 на 1. Вязать мы будем именно таким образом. Без убавок на протяжении всего рукава. Только вот здесь вот у нас будет резинка 2 на 2,
сокращаем петли примерно в два раза. Так вот, имитация вточного рукава вяжется таким образом. Мы измеряем свое плечо, ширину плеча в том месте, где вот располагается свитер. И вот эти петли мы и будем провязывать на протяжении всей проймы. То есть мы вяжем именно их, вот этот участок, но одновременно мы захватываем с каждой стороны по одной петле. И так мы делаем до самого подреза. На подрезе мы тоже оставляем определенное количество петель, которые мы просто уже будем провязывать, не захватывая по сторонам, а просто уже наденем на спицы и будем вязать дальше. Так вот, мы измеряем плечо свое и измеряем расстояние под мышкой, вот этот подрез. Примерно эти значения равны бывают, немножко иногда подрез побольше. Вот в данном случае у меня получилось 9 сантиметров здесь, 9-10 сантиметров. Лучше 10 даже взять, наверное, нормально будет, мне где-то 9,5. При этом нужно перевести все в петли, связав образец резиночкой 1х1, либо любым узором, которым вы уже собираетесь вязать рукава. Если вы будете вязать лицевой же гладью, то у вас получается вот он, вот образец, вот его измеряете, да, вы меряете на теле своего джемпера расстояние 10 сантиметров, переводите в петли и набираете уже петли, оставляете вот именно это количество. У меня резинка 1х1, а связано основное полотно лицевой гладью, поэтому все-таки мне нужен был перерасчет. Так вот, у меня здесь 22 петли. А здесь у меня 24 петли. Всего у меня на пройме 84 петли. Всего 84. Теперь мы берем, все в подробностях вам покажу, мы берем нашу пройму, так, чтобы на белом фоне, чтобы вам видно было, и берем нашу пряжу. И берем спицы, самые тонкие, которые у вас есть. Вот у меня это 1,5 или 1,75. Берем эту спицу, располагаем полотно подрезом к себе, подмышкой к себе. И вот здесь вот у меня изнаночная петелька, формирующая имитацию шва. Вот в нее, в первую, я и вставляю спицу. И захватываю ниточку рабочую, чуть-чуть подтянем. Вот, то есть мы не из кромочных, как это обычно, ну, часто делают, да, такой способ есть. Из кромочных набираем и уже вяжем. Нет, здесь мы будем набирать по краю кромки. То есть не сами кромочные набирать, а следующий ряд, так скажем. Вот, таким вот образом. Здесь каждый раз, попадая в петельку, да, мы набираем наши петли рукава. 84 петли у меня, напомню. Это значит, что по одному краю вот до сюда нам нужно набрать 42 петли, и по второй стороне тоже 42 петли. То есть, конечно же, вы смотрите, чтобы в каждую петлю, ну, иногда там или меньше, или больше, в зависимости от нужного вам количества. Если вы вяжете другой вязкой, ну и, соответственно, тоже делаете расчеты, какой ширины вам рукав нужен. У меня рукав достаточно широкий, если считать по петлям. 84 петли – это достаточно много. Но так как рисунок резинка, узор резинка, то все оптимально по свободе облегания. То есть он не облегающий получается, но и не слишком свободный. Так. Слишком далеко от края не уходите,
чтобы у вас вот здесь вот толстый шов не был. Это самый-самый аккуратный способ, который я знаю, чтобы набрать по рукаву. Есть также еще вариант обвязать крючком и уже оттуда набрать, но это, по-моему, намного-намного дольше. Так, сейчас я посчитаю, сколько у меня здесь. Так, 42 петли я набрала здесь, по этому краю. Вот, до шва дошла. И теперь продолжаю дальше набирать. Также 42 петли. Итак, я набрала 84 петли. Теперь мы будем начинать вязать от плеча. Поэтому здесь мы просто нить обрезаем. Кончиков придется побольше попрятать в конце, но ничего страшного. Самое главное это, что у нас получится в итоге. Так, здесь я свяжу. И так, и теперь я беру вот эти петли и переодеваю таким образом, чтобы начало ряда у нас вот здесь вот было, вот по центру. Даже не по центру, а вот сейчас переоденем, я расскажу. Нам нужно, чтобы по центру плеча было 22 петли. Значит, с каждой стороны по 11. Вот, не доходя до шва 11 петель, мы остановимся и будем вязать уже на другом номере спиц. Этот мы взяли поменьше, эти спицы, для того, чтобы у нас очень аккуратный был край. Те, кто будет вязать другим узором, либо ну, вообще для сужения рукава, если вы желаете поуже, то потом уже, когда вы будете дойдете до подрезов, можно будет сделать убавочки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так. Сделали. Берем мы спицы. У меня тройка. Это я вязала на 2,5. Вот. А это уже тройка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И еще 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот здесь я отметила на плече маркерами. То есть сейчас их можно перенести уже сюда. Так, эти 22 петли я обозначаю. Мне так удобнее видеть, где центр, от чего я отталкивалась. Вот, обратите внимание на эту конструкцию. У нас теперь вот здесь вот петля Magic Loop. А здесь у меня спицы тройка. Можно взять чулочные, тоже удобно будет, либо вот на короткой леске. И здесь тоненькие спицы, вот, с которых мы будем снимать по одной петле каждый раз. Итак, мы берем... Первый ряд провязываем таким образом. Это моя пряжа, вот она. Так, первый ряд вот так вот и начинаем. У меня резиночка 1х1, поэтому я вяжу именно ею. Так, по длине кончика ставим. И начинаем вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Изнаночная. Так вот провязываем эти центральные петли. Это самый удобный способ вязания вточного рукава и самый красивый и аккуратный. Вот последняя у меня получилась изнаночная. Дальше я беру первую петлю вот уже с этой тоненькой спицы и просто ее оборачиваю вот так вот
сзади. Вот она у меня вот так вот осталась, рабочая нить. Я подхватываю вот эту петельку и оборачиваю ее рабочей нитью. Так, переворачиваю. Тут у нас будет обратно поворотные ряды. Опять ее переснимаю, уже не провязывая, да? То есть она у нас такие будет не провязанная пока. И вяжем в обратную сторону. То есть мы одну петельку вот с этой спицы уже захватили. Внесли уже в тело рукава. Вяжем в обратную сторону. Почему еще я выбрала этот узор один на один? Потому что он одинаков со всех сторон. Ну и легко вяжется, в принципе. Так, изнаночная. Подтянем конь. И здесь у нас вот то же самое. Как осталась у нас ниточка, так я и беру ее. Вот, переворачиваем. Вяжем обратно, в обратном направлении. Первую просто я сняла, не провязывая. Подходим к концу. И вот у нас получается в конце петелька, которая была обернута вот этой рабочей нитью. Мы берем, поднимаем эту рабочую нить также на спицу. Вот, получается, тут как бы две петельки. И у меня по рисунку лицевая петля. Я беру и провязываю лицевой. Обе. И опять-таки беру также сзади и оборачиваю снятую вот с этой. Вот у меня, да? Снимаю и оборачиваю ее рабочей нитью. Так, поворот. Вяжем в обратном направлении. Все по рисунку. Так, мы подошли здесь уже к концу и делаем то же самое. Поднимаем. Поднимаем вот эту вот рабочую нить, которую мы оборачивали петлю наверх, и провязываем лицевой. Так. И нам нужно захватить опять петлю с этой спицы. Так, мы ее оставляем сзади рабочую нить, снимаем петельку, оборачиваем, поворачиваемся. То есть в этот раз мы уже и с этой сняли одну петлю и идем дальше. Вот, я надеюсь, что принцип понятен. Сейчас еще покажу, как провязывать, если это изнаночная петля. Вот. Получается, здесь у нас изнаночная. Мы также поднимаем просто наверх и делаем изнаночную петлю. Ничего сложного, правда? И берем следующую петельку и опять ее оборачиваем. Вот таким вот образом мы вяжем. Пока. Так, здесь нам тоже нужно отметить. Вот у нас центр. На подрез мы оставляем 24 петли, вот так вот, да, чтобы их уже не провязывать порядно, а просто мы соберем их на спицу и уже по кругу пойдем вязать рукав в длину. Так, здесь у нас 24, то есть по 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут не так существенно, куда пойдет вот эта петелька, которая центральная у нас. Вот сюда, и здесь то же самое, отсчитываем 12, ставим маркер. Вот маркер поставили, и обратите внимание теперь, да, вот у нас сколько здесь петель остается между этим маркером и вот этим, да, наверху который. Вот столько рядов нам нужно будет и провязать, захватывая каждый раз по одной петле. Я очень надеюсь, что в таком темном оттенке что-то вам будет понятно. Но я стараюсь максимально на словах еще объяснять, поэтому думаю, что кто хочет, тот разберется, конечно, и поймет. Вот, таким вот образом мы вяжем до вот этого маркера. Потом просто провязываем уже
по кругу. То есть их уже не захватываем туда-сюда обратно, а просто провязываем по кругу и начинаем вязать рукав в длину. Вот и имитация рукава, вточного рукава у нас получается вот такая. Итак, мы провязали с вами поворотными рядами, каждый раз захватывая по петле с каждого края, и дошли до маркера. Тут отмечены 24 петли подреза. Можно сделать 22, но вот у меня 24. В общем, в принципе, меня устраивает, как выглядит. И уже переходим на спицы номер 3, те, которыми мы вязали, и будем уже ими вязать весь рукав дальше. Так. Все, мы дошли до этого маркера и просто провязываем дальше по рисунку. Так, тут у меня лицевая, финалочная. И так далее. Переносим все петли рукава на эту спицу. Ну, то есть провязываем уже по кругу. Дальше вяжем рукав. Провязав необходимое нам количество сантиметров рукава, примеряем мы все это, подгоняем под свою длину рук, и на протяжении всего рукава количество петель не меняется. Как было 84, так и продолжается. И только в конце мы уже будем уменьшать до 48 петель. И переходить на спицы более тонкого размера, чтобы вязать резиночку 2 на 2. Итак, у нас 84 петли. Как понять, сколько нужно, как нужно убавлять? То есть 84 нам нужно разделить, если разделим на 2, это получится 42. Нам нужно 48, то есть 6 петель мы должны провязать просто без убавок. 2 лицевые, 2 изнаночные, при этом сразу сокращая. И так, Люрикс убегает. И трижды нужно вот до половины рукава сделать без убавок. Ну и провязав 5 сантиметров резиночкой 2 на 2, я делаю закрытие совершенно простое, такое же, как обычное. В общем, провязываем 2 вместе, опять набрасываем, только я переодеваю лицевые, чтобы они не были скрещенными, чтобы все это было красиво. Там, где лицевые, я провязываю 2 вместе лицевой, там, где изнаночные, я провязываю 2 вместе изнаночной. И таким образом получается довольно-таки эластичный край. В этом изделии у меня везде и наборы, и закрытие, везде самое простое, поэтому я не стала что-то другое выдумывать. Хотя можно было, конечно. Но этот край мне нужен для того, чтобы он был не слишком тугим, но и, ну, в общем, нормальным, эластичным, и как раз это закрытие подходит. В общем, будет держать резиночку, это самое главное для меня, поэтому закрываю вот таким вот образом до конца. И как видите, я перешла на чулочные спицы, потому что у меня круговые 2-миллиметровых таких вот коротких нет, и в общем мне удобнее на чулочных. А еще хотела добавить, что на такой пряже, на какой-то меланжевой или вот с люрексом, как у меня в данном случае, край вообще не бросается в глаза, и как бы вы там не старались, не выдумывали что-то красивое, в любом случае на него будет мало внимания, на этот край. Поэтому закрывайте, как обычно, мой вам совет, и это будет, по крайней мере, гармонично, если у вас везде закрытие будет одинаковое. Ну и так далее.
Вот такой вот рукавчик у меня получился. Вот, и как видим, такой вот довольно-таки аккуратный край. Заправляем везде кончики, стираем, и наш джемпер готов. По параметрах высоту получается от плеча и до конца у меня получилось 49 сантиметров. Ширину от подмышки до подмышки у меня получилось 45 сантиметров. А здесь у меня 38 сантиметров. И рукав вот от подреза и до конца 40 сантиметров у меня. А также по пройме, я уже говорила, 18 сантиметров у меня высота проймы. С учетом обвязки ложной кетлевки, вот здесь у меня именно вот от этой точки до этой получилось 16 сантиметров. Вот и все, джемпер готов. Оставайтесь со мной, пишите свои комментарии. Спасибо вам большое. Присылайте свои фото мне в Инстаграм. Инстаграм я подпишу внизу. Не стесняйтесь, присылайте, мне будет очень-очень приятно. И, конечно же, я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам новогоднего настроения и всего самого-самого замечательного.